Всем здорово, ребятки! С вами, как всегда, Кофи, и мы продолжаем наше выживание на этом маленьком острове в такой игрушке, как Stranded Deep. И, ребятки, знаете, чему я реально удивляюсь? Мы прожили уже 12 дней на этом острове. Вы представляете, что такое 12 дней? 12 дней — это почти 2 недели. То есть почти 2 недели мы живем на этом острове, и мы до сих пор живы. Это реально очень странно, ребятки, потому что обычно я умираю через несколько дней, как мы попадаем на этот остров. Вот, короче, за все это время мы неплохо, скажем так, уже успели устроиться. Мы построили домик, построили вон тот плод. Вот, также я завел себе, ребятки, друзей. Вот мои друзья. Вы не думайте, что я сошел с ума. Нет, ни капельки, просто понимаете, когда ты долго находишься один на каком-то острове, ты должен с кем-то разговаривать, понимаете, ты должен. Ну, не с кокосом же мне разговаривать. Вот, я нашел себе хорошую компанию. Вот, они меня всегда готовы выслушать, поддержать, если что. Вот, только они какие-то молчаливые. Мне кажется, их надо отпустить. Вот, поэтому... И все. Я думал, ты далеко улетишь. Нет, давайте его, ребят, куда-нибудь прям в океан так пульнем. А чё это он подлетает к мне? Уйди, давай, я хочу избавиться от тебя. Все, ты мне больше не друг. Опа! Офигеть, он улетел далеко. Дальше плота моего. Короче, ребятки, как вы помните, в прошлой серии я хотел найти какие-то баржи, которые находятся где-то в океане. Вот, чтобы показать их вам и просто поисследовать и найти что-нибудь реально крутое на них. Вот, но, к сожалению, ребятки, я решил до записи поплавать где-то хотя бы, чтобы узнать, где они находятся, чтобы, если что, сразу знать, куда плыть. Я оплавал почти все острова, но я не нашел ни одной баржи, которая могла бы быть в этом океане. Вы понимаете, ребятки, да? Я вообще не знаю, что теперь делать, потому что ни одной баржи, вот такой вот, которая стоит посреди океана, я не нашел. Вот, поэтому, я не знаю, может быть, конечно, на этой карте, то есть именно на этой локации, которая мне заспавнилась, их нет. Вот, если бы я там поменял какой-то мир или сделал что-то по-другому, то они бы появились у меня. Но, ребятки, их, к сожалению, нет. Вот, и тогда спросите, наверное, чем же мы будем заниматься сегодня. Вот, сегодня, ребятки, тогда мы устроим охоту на акул. Вот, да, я добыл все, что нужно, чтобы сделать гарпун. Вот, так что мы его сегодня обязательно скрафтим, ребятки, но перед этим... Так, давайте, крабики, я вас уберу подальше, а то вы как-то мешаете просто пройти мне в дом. Вот, я просто, ребятки, как вы помните, в прошлой серии также говорил, что я хочу немножко обустроить себе дом. Вот, сейчас я покажу, как я все красивенько сделал, ну почти красивенько, ладно. Вот, значит, мы заходим, вот, проходим сюда, и слева от нас здесь что-то типа кладовки, то есть здесь у нас что-то типа склада. Вот, здесь у нас, так видите, аккуратненько лежат вот ящики, да, ящики, которые почти полностью забиты какими-то предметами. Вот, то есть, как видите, там много всего полезного. Вот, так что, если что, мы знаем, куда идти. Да, у нас очень много всяких ресурсов классных. Так, здесь я не знаю, почему валяется у нас лампа. Вот, ну ладно, пусть и валяется там и так и дальше. Вот, я вот здесь поставил стеночку, чтобы как бы было типа больше ограждений всяких, да. Вот, потом я здесь поставил столик железненький. Вот, хотел здесь еще поставить пару стульчиков, но на стуле пока у меня не хватило ресурсов, ребятки. Вот, я хотел здесь сделать что-то типа кухню, чтобы можно было кушать и смотреть вот на эти красоты, которые открываются перед нами. Вот, ну погнали тогда дальше, поднимемся на второй этаж. В смысле, как так? Я прошел дырочку. Вот, короче, смотрите, на втором этаже я сделал здесь, я сделал типа специально у нас спальня. Вот, то есть здесь я тоже, значит, такой просыпаюсь и смотрю сразу туда в окошко, а? Вот, какие красоты тоже открываются. То есть красиво, ребятки, я бы тут жил, если бы мне предложили, я бы тут реально жил. Еще бы поставить какой-нибудь столик здесь, да, с компьютером, и вообще тогда по кайфу. Вот, смотрите, идем дальше. Здесь у нас я поставил полочку, на которой лежат, у нас здесь лежат, значит, витамины, морфин, да, вот морфин где-то у нас тут был, антибиотики, тут у нас еще вроде есть еда, то есть на эту полочку я поставил пока что все, что нам нужно там в плане еды и в плане аптечек. Вот, ну а здесь, ребятки, я просто достроил крышу, чтобы она была хотя бы над головой, то здесь у нас теперь получается такой полноценный балкончик, все красиво, все прикольно, все душевненько тогда по красоте. Вот, также, как видите, я, ну, можно отсюда увидеть, то, что я немножко достроил наш плот, я сделал его чуть-чуть больше. Кстати, скат, смотрите, плавает, как красиво, да? Вот, я сделал его чуть больше, поставил там вот эти шары, которые мы можем находить на кораблях затонувших, да? Вот, то есть все, ребятки, у нас пока процветает, все у нас хорошечно, и пока я всему радуюсь. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще по еде, по здоровью. Ну, в принципе, попить можно, да, и все. Так, давайте дверьку закроем, и я предлагаю нам уже приступить к нашей цели на сегодняшнюю серию. Нам, во-первых, ребятки, нужно скрафтить гарпун, то есть он делается у нас из изоленты. Вот опять же, самый трудный
трудно было найти, это изоленту, ребятки. Вы, конечно, меня простите, но я искал где-то около 2 часов, я вам серьезно говорю. Я играл и еле-еле просто ее нашел на каком-то затонувшем там корабле, который бог знает где вообще плавал. Вот, так, мы сделали это ружье, смотрите, как оно со стороны... Как же она круто выглядит просто со стороны. Так, давайте мы его возьмем. То есть вот так вот оно у нас выглядит в руке. Я ни разу еще, ребятки, его не тестировал. То есть я не знаю, как оно вообще себя ведет. Так, ну и конечно же, ребята, нам еще нужно сделать, знаете что? Нам нужно еще сделать вот это. То есть какие-то особые стрелы для нашего ружья. Так что давайте, нам для этого нужна веревка. Сейчас мы быстренько сделаем веревочку. Очень много. То есть я, как всегда, ребятки, подготовился, конечно же, к серии, чтобы ничего не добывать, чтобы все сразу было под рукой. Так, это сюда. Так, ну я, в принципе, думаю, 4 веревки нам хватит. И, кстати, веревка у нас еще была там, если еще в складу. Вот, поэтому сейчас мы быстренько еще туда сходим и все возьмем. Так, делаем раз. Делаем 2. Я просто не знаю, со скольких попаданий убивается акула, поэтому, ребятки, сейчас все будет. Так, смотрите, 4 стрелы у нас такие есть, да? Вот, но я думаю, что для акулы все-таки как-никак нужно больше. Поэтому, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас просто посмотрим, что у нас лежит в этих ящиках. Так, здесь у нас нету, здесь у нас тоже веревок нету, здесь тоже. Я просто точно не помню, какая у нас была веревка, а вот где-то веревка вот тут, по-моему. Да, есть еще одна веревка, это очень круто, это меня радует. Так, ну еще, в принципе, можно на острове поискать где-нибудь листочки, из которых можно будет, в принципе, потом веревочку сделать. Как раз они вроде бы вот выросли вот так вот немножко. Кстати, ребятки, если вы знаете, блин, что мне делать с этими баржами, потому что на баржах обычно я просто посмотрел на YouTube, мне так прям сильно захотелось их вот прям вот поизучать, но, к сожалению, реально, я вот сколько плавал на своем вот карте, вот на всем, вот в этом океане, я ни разу их не встречал здесь, ни разу. Я не знаю, может быть, возможно, какая-нибудь у меня там версия старая, я не знаю, ребятки, серьезно. Вот, но это вряд ли, вот это уже точно вряд ли. Вот, может быть, просто карта такая мне попалась, на которой нету этих барж, то есть всякое, я думаю, может быть, поэтому, ребятки, если вы знаете ответ на данный вопрос, то напишите об этом в комментариях. Так, ну смотрите, я добыл еще, в принципе, 4 листочка. О, подоросли у нас, значит, кустики. Давайте мы сейчас это... Ага, все. Так, собрали мы, значит, пока еще, правда, не все листочки. Где у нас еще тут было? Просто, ребятки, понимаете, я хочу выехать на эту акулу, то есть поплыть, да, как бы на охоту утром. Вот. А сейчас время, видите, уже просто 4 часа будет, как бы, да, и уже если мы поплывем, то, скорее всего, мы, если даже ее и найдем, то это уже будет ночь. Вот, поэтому все равно, ребятки, нам нужно будет ждать утро, потому что будет светло, вот, будет гораздо удобнее, нежели чем искать ее ночью, и ночью это будет, мне кажется, гораздо опаснее. Мы можем тем более заблудиться, потому что, возможно, я и не запомню дорогу назад. Поэтому, ребятки, много, как вы видите, много рисков, но я думаю, что на акулу нам стоит поохотиться сегодня. Вот, тем более, я это реально очень сильно хочу сделать, потому что у нас такого не было. Короче, тогда давайте мы, наверное, дождемся утра и продолжим. Ну что, ребятки, я думаю, мы смело можем отправляться в путь. Сейчас у нас почти 8:30 утра. Давайте проверим, все ли мы взяли для нашего похода, все ли мы подготовили. У нас есть медикаменты, у нас есть еда, у нас есть вода, у нас есть морфин, витамины. Наше, конечно же, самое главное оружие — гарпун. Топорик, я не знаю зачем, но может быть пригодится. Ножик, возможно, тоже пригодится. И, конечно же, наши стрелы. Вот, по идее, в принципе, все. И так, а у нас есть еще возможность взять что-либо, потому что я бы на самом деле взял бы еще бендаж. Вот, давайте проверим. Ну-ка, вот где-то он тут валялся. А вот он все валяется. Да, все, подобрать мы его можем, это очень круто. Давайте, так, а вот еще второй я вижу, все. Ну, а что, я не могу его подобрать? Как жалко, да уж, как жалко. Ну, короче, ребятки, я думаю, теперь мы точно можем смело отправляться в путь. Вот, я взял все, что можно было взять с собой, ребятки. Я реально не знаю, что нам пригодится, что нам не пригодится. Вот, какая вообще нас ждет дорога, долго, недолго. Вот, поэтому, ребятки, давайте, нам теперь осталось просто доплыть до нашего плота. Вот, я надеюсь, нас никакая акула сейчас не съест, пока мы делаем это, потому что такое может реально произойти. Вот, как вы видите, давайте теперь посмотрим на наш плот изблизи. Вот, то есть, он был раньше такой, знаете, типа двухполосный, теперь он стал такой, типа, трехрядный, да? Вот, также я добавил здесь, типа, вот такие вот мячики, с которых, кстати, тоже можно, посмотрите, какая вода прозрачная, а? Как же красиво, ребята, да? Как же красиво здесь. Я говорю, я бы, если бы мне предложили, я бы тут жил, серьезно говорю. Ладно, все, садимся за штурвал, за, не знаю что, за мотор, и поплыли, не знаю, навстречу к приключениям, что ли, а куда еще можно просто отправляться? Так, если что, я пока пытаюсь как-то запомнить более-менее дорогу, что мы просто пока что плывем прямо и все.
Вот. По идее, я думаю, мы должны как-то заметить эту акулу, то есть, я не знаю, может быть, там как-то ее увидеть, может быть, там, ну, океан прозрачный, по идее, немножко тогда, поэтому, если она где-то будет плавать на поверхности, то будет ее видно. Вот. Поэтому нужно просто внимательно смотреть на океан, и все. И я думаю, что мы, может быть, даже не только акулу сегодня поймаем, но, может быть, кита какого-нибудь. Хотя ни разу кита, кстати, не встречал, ребятки, вот. Что очень даже странно, потому что я помню, что вы писали в комментариях, что китов здесь очень много, они очень часто встречаются. Вот. И сейчас, кстати, будет очень круто, если мы еще на баржу какую-нибудь наткнемся, потому что, ребят, я реально говорю, я потратил очень много времени и искал просто эту баржу, но нигде ее не нашел, понимаете? Всю карту почти облазил, нету нигде этих барж. Так, я пока стараюсь как-то более, не знаю, больше времени уделять океану, смотреть как бы туда, потому что пока еще никаких акул я не вижу. Вот, возможно, конечно, какой-нибудь плавник там будет торчать откуда-то издалека. Вот, все, прощай, дом. Я не знаю, через сколько мы увидимся, но думаю, не скоро, потому что нас ждут приключения. Так. Вот что мне нравится в плоту, вот, ребятки, этом, да, вот в плоте, то, что он реально очень быстро, вот на моторчике особенно. Вот смотрите, какой он быстрый, как мы быстро плывем, а. От берега к берегу. Я, кстати, не знаю, куда мы вообще плывем. Я не знаю, что нас ожидает сейчас впереди, потому что пока я на горизонте вообще ничего не вижу. Ну, реально, как-то пусто, вообще ничего нет. Вот, но, кстати, вон справа есть островок. А вон вдали вижу еще один остров большой, отлично. Так, конечно, можно, ребятки, понимаете, по дороге заезжать на острова, изучать их, лутать их, да, но у нас нет времени на это, понимаете, у нас сегодня другая миссия, другая роль. Вот, нам нужно убить акул, кстати, смотрите, там тоже неплохой такой островок, вот, на нем тоже можно было бы так-то остановиться. Ну, честно, я вот, я помню, я несколько раз встречал акулу, когда ты мимо нее проплываешь как-то, да, она какой-то такой странный звук издает, как будто, ну, реально проплыла мимо тебя, вот рядом с тобой. Вот, поэтому я думаю, ребятки, причем звук реально громкий. Вот, поэтому я думаю, если что, то мы должны полюбаться услышать его. Ну, обычно акулы водятся вот не рядом с такими маленькими островками, а вот рядом с большими. Поэтому давайте, я не знаю, может быть, как-нибудь к нему сейчас подплывем, может, поближе, может быть, там будет нас встретить какая-нибудь такая жирненькая, толстенькая, большая акула, которая... так и хочет умереть сегодня, а? Которая наткнулась просто на проблему, ну, то есть на меня, вы поняли, да? Вот, давайте сейчас поближе поплывем. Уже реально долго как-то плывем, и я не знаю, куда вообще я... Ну, в принципе, мы плывем только прямо. Если что, я потом по записи просто посмотрю, как мы плыли, и если что, просто буду возвращаться примерно так. То есть будем составлять, ребятки, примерно вот такую вот карту. Вот, но это все благодаря записи, вот ничему другому. Блин, я вот единственное, что я вот вижу в океане, это то, что плавает рыба. А акулу я вообще не вижу. Я не знаю, может быть, где-то здесь она будет, где-то тут, может быть, она плавает, а? Давайте мы, наверное, сейчас как-нибудь поближе просто подплывем к этому острову. Возможно, мы ее там где-нибудь и увидим. Так, ну давайте, может быть, здесь. Так, ну я пока еще ничего не вижу такого прозрачного, чтобы мы могли останавливаться. Поэтому я думаю, надо как-то... поближе. Так, вот здесь можно остановиться, я думаю. Так, ну смотрите, здесь есть кто-нибудь у нас? Акулы! Здорово! О, слушайте, вот она акула, парни, смотрите! Так, окей. Окей, акула, смотри, что у меня есть, а? Смотри, что у меня есть. Где ты там плаваешь, а? Так, вот, ребят, честно, я не знаю, как оно вообще работает. Ни разу не его не... Попал! Так, одно попадание есть, пацаны, смотрите, одно попадание есть, так. Вон, я вижу, что в нее прям впилось оно. Так, давайте, нам нужно прицелиться, нужно прицелиться. У нас второй раз попал. И куда она? Нам, типа, за ней плыть надо? Блин, попал, нет, попал, промахнулся, попал. Так, иди сюда, акула, иди сюда, давай, давай, ко мне, ну, ко мне. Нет, стой, я в воду упал. А, о, быстрее, поднимайся. Капец, я в воду упал, пацаны. Еще раз попали. Так, смотрите, ну мы уже сколько? Мы уже потратили 4 заряда. Акула на нас начинает нападать. Смотрите, я пошатался сейчас. Она нас бьет, смотрите, она хвостом сейчас ударила. Офигеть. Где ты, где ты? Иди сюда, засранка, иди сюда. Откуда ты сейчас выплывешь, а? Откуда? Вот ты куда поплыл, а? На, еще раз попали. Трехочковый. Так, смотрите, я не знаю, что нам делать, но как-то на... Она не умирает. Сколько я уже попал в нее? У меня осталось просто 3 заряда. Сколько зарядов нужно в нее попасть, чтобы она умерла? Акула, я тебе дам покушать. Иди сюда. Ты где? Блин, она, кстати, появляется вообще где-то из темноты. То есть, где я вообще, где-то из глубины, я ее вообще не вижу. На, вот, вот она, вот она. На! Ты умрешь или нет? Скажи, пожалуйста, а?
сколько у меня два заряда осталось, пацаны, что делать? И последний заряд, вы серьезно? Вы издеваетесь, а? Может быть, мне как-то надо, я не знаю. Она вообще умирает? Она может умереть, нет? Вот так, это камень, фух, чуть не промахнулся, я уже подумал, камень надо стрелять. Блин, а и реально, ну, кстати, если что, мы можем просто... Ну вот я снова попал, но ничего не происходит, понимаете? Сколько там в нее уже снарядов, смотрите, просто она вся в них плавает. Ну это реально какой-то бред. По идее, что мы можем сделать? Вот не зря я взял с собой топорик. Мы можем сейчас заехать на этот остров, быстренько сделать еще примерно таких же снарядов. Только надо это как-то сделать аккуратно, примерно тогда, как... Так, стоп. Примерно тогда, когда акула будет проплывать мимо нас. То есть, чтобы она уже уплывала, вот сейчас. Так, она уплыла. Все, быстрее. Так, она плывет, пацаны. Так, уходим. Все, быстренько на сушу. Отлично. Так, все, давайте. У нас, значит, сейчас нам нужно быстренько сделать наши снаряды. Так, раз. Палка есть, замечательно. Так, только нету у нас этих. Ну, пусть тогда тут все лежит. Давайте сейчас быстренько поломаем это дерево. Ну, ребята, это реально какая-то жесть. Как эту акулу вообще убить, я не понимаю. Что нужно сделать для этого? Я сколько снарядов в нее вонзил, она не умирает. Я не знаю, может быть, там... Вообще нет ни одной идеи реально, как убивать эти акулы. Вот, но как бы радует то, что я думаю, что еще чуть-чуть, ребята, еще чуть-чуть, и мы расправимся с ней просто на изи, реально. Нам осталось буквально немножко вонзить просто в нее этих стрел, и все, она, мне кажется, сразу умрет. Вот, так что давайте сейчас быстренько добьем это дело, ну нельзя же так просто ее отпускать. Вот, хотя, мне кажется, она уже далеко-далеко уплыла от нас, надеюсь, что нет. А, так, смотрите. Так, у нас есть 4 эти. Вот, нам нужно побольше этого. Блин, нам нужно побольше листочков. Отлично, вот наше спасение. Кстати, я надеюсь, тут нету змеи на этом острове, ребятки. Потому что я один раз уже встретил змею, мне потом пришлось только таблеток выпивать, что... Ой-ой-ой, мам, не горюй. Так, и вот тут еще один был где-то. Вот, подбирай. Так, вроде... Вот еще. Все, погнали. Еще палку. Ай, палки, смотрите, как много их, а. Так, я надеюсь, акула это далеко сейчас не уплывет, потому что нам нужно реально закончить нашу миссию. Так, быстренько крафт. Где эти стрелы? Так, а веревку нужно сначала делать. Господи, я тороплюсь, ребятки, не понимаю, что вообще происходит. Так, смотрите, нам хватает на 2 заряда. Я не знаю, хватит ли нам вообще на 2 заряда или нет. Ну, блин, ну давайте посмотрим. Я имел в виду акулу, хватит ли на 2 заряда. Может быть, она там, я не знаю. Она реально жесткая какая-то, прям чересчур жесткая. Так. Давайте, значит, идем на охоту. Где ты там, моя акула? Акула! Так, это скат. Слушайте, я надеюсь, ребятки, акула не уплыла далеко, потому что это будет реально очень обидно, если она куда-то сейчас скрылась. Ну, это будет прям пипец. Это что сейчас было? Это что сейчас за баг такой-то был? Видели, как я подпрыгнул? Может, еще раз так подпрыгнуть? Нет, не получается, ладно. Так, давайте сплывем. Вот, все равно, потому что с акулой шутить, ребятки, это реально плохо. Ладно, давайте попробуем доплыть до нашего плота сейчас. Я надеюсь, у нас получится это сделать. Давай, быстренько. Прыгай, ну запрыгивай. Так, отлично, мы запрыгнули на наш плот. Но, где акула? Вы хотите сказать все? Мы ее потеряли из виду, ребят, все. Это Габелла. Я-то думал, на 8 снарядов-то хватит, а вот фигушки нет. Не хватило на 8 снарядов на акулу, да? Это какой-то просто, ребята, реальный пипец. Я не знаю, что нам сейчас делать. Я, может быть, надо дождаться все-таки реально той акулы. Может быть, она через какое-то определенное время там выплывет из, не знаю, откуда-то. Но ее сейчас я пока что не вижу, к сожалению. В общем, ребят, я сейчас так сильно испугался. Я плыл к этому острову, то есть я решил просто сейчас поплавать по океану, поизучать, немножко посмотреть. Плыву я такой, плыву, то есть и ночь, и слышу что-то странное подо мной. А там плавает сейчас акула, и мне реально очень страшно сейчас спускаться вниз, потому что я не знаю, что нас сейчас там ожидает. У меня есть всего лишь 3 снаряда, кстати, она сейчас по нам ударила, вроде бы, видели, а? И это не волна была, это как раз таки она сейчас была, вы видели это, да? Слушайте, не, я не знаю, может быть дождаться просто утра или дня, чтобы я ее хотя бы видел, потому что я ее вообще не вижу, понимаете? И, как я почитал, гарпун нам вообще не поможет. Единственное, с чему ее можно убить... Я не знаю, сколько нужно попасть в нее с гарпуна, как бы, да, но... Я знаю точно, что ее можно убить с топора. С топора. Вот, там нужно где-то ударов 20 по ней сделать, и все. Ну, если бы я еще видел эту акулу, тогда бы ладно. Но я вообще ее не вижу. Я единственное слышу звук какой-то, и все.
Поэтому я вот не знаю, пацаны, что делать, но это реально дело такое рисковое. Вот она, кстати, была вроде бы сейчас, да? Где-то. Вот. О! Она ударила меня! О! Она кусает! Не-не-не-не-не-не-не! Отстань! А-а-а! Офигеть! И ты чё? И куда? Где я теперь? Плот, 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 иди ко мне, плот! Нужно вернуться быстренько! Надеюсь, это не так, о! Отстань! Отстань! Не надо, не надо меня трогать, не надо. Быстрей, фух, так, не, все, ну нафиг, что у нас по здоровью? Офигеть, у меня вся рука в крови, пацаны. Так, срочно, морфин, нужен срочно морфин. А, так, что по здоровью, нужно срочно, я не знаю, сейчас все будем принимать, ребята, сейчас бендажи завязаем. Все завязаем, господи, не, все, нам нужно срочно плыть на тот остров, нам нужно срочно принять всякие лекарства, медикаменты, так, это не нужно. Витамины тоже не нужны, все, значит, антибиотики тоже не нужны, отлично. Так, что у нас по руке, рука, все, прошла, все, у нас нету кровотечения больше, все, иди ты отстань от меня, страшно ты, а. Короче, все, не, ребятки, в попу тебе акула. Я поплыл дальше на остров, не знаю, где я сейчас нахожусь, вообще без понятия просто, реально. Но, ребята, это реально очень опасно дело, и мы плохо подготовились. Я просто реально не знал, что вообще нужно сделать, чтобы убить эту акулу, что с ней нужно сделать, вообще как с ней справиться и так далее. Вот, поэтому так, давайте мы так вот припаркуемся. Отлично. Фук, ну это реально, слушайте, когда она меня забрала, когда она повела за собой, я реально туда вот чуть не наложил штаны, ребят, серьезно. Я думал, все, она сейчас заберет с собой меня на дно, и там я и останусь жить, понимаете? Вот, поэтому, слава богу, я остался в живых, ребятки, реально. Блин, кстати, знаете что, вот жалко я не взял. Жалко, что я не взял фонарь. Вот, фонарь бы сейчас реально пригодился очень сильно. Вот, но, так, а что нам нужно? Смотрите, по идее, мы сейчас можем развести просто костер, остаться ненадолго на этом острове. И, может быть, посмотреть на ту акулу, потому что я не думаю, что оно куда-то далеко прям уйдет от нас. Так, и для этого нам еще нужно вот эти палочки. Они делаются, делаются из двух этих. Ладно. Короче, сейчас давайте быстренько разведем огонь. Я просто реально, ребятки, вообще уже теперь без понятия, что нам делать. Кстати, железные эти, можно будет потом залутать остров. Вот, но с акулой нам еще точно рано пока что биться. И все-таки я надеюсь, что рано или поздно я найду какую-нибудь баржу, которую я смогу потом просто посетить, поизучать или еще что-нибудь с ней сделать. Но то, что акула сейчас сделала, ребятки, я этого не ждал. Я не знал, что они так умеют делать. Я думал, она просто подплывет, там, может быть, укусит разок меня и все. Ну, чтобы так... Извините меня, пожалуйста, но я на такое не подписывался. Ну нафиг, я вернусь на свой остров, буду жить дальше. Мне и так хватает еды, там, не знаю, материалов, ресурсов. Поэтому, ну нафиг, этих акул, короче, не, все. Больше я так делать не буду. Короче, ребятки, я надеюсь, вам эта серия понравилась. Вот, конечно, получилось не все так, как мы хотели это сделать сегодня, да. Но все равно было очень круто и угарно, и мне очень все понравилось. Поэтому, ребят, я надеюсь, вам эта серия еще раз понравилась. Вы поставили много-много лайков. Ну а на сегодня все. С вами был, как всегда, Кофи и... И всем пока-пока.